забрала наши вещи из химчистки. С этой химчисткой нам как-то не везло. Мы не попали туда. Мы туда попали. Они все это постирали. Сейчас будем дома смотреть. Мы едем к друзьям на свадьбу. Забрала наши вещи из химчистки. Посмотрим дома, выстиралось это или нет. С этой химчисткой нам как-то не везло. Мы туда ходили 3 раза. Первый раз мы поехали, было закрыто. Во-первых, мы полгода до нее ехали, никак не могли дойти, хотя она у нас возле дома. Это все лежало, точнее, висело. Когда уже наконец решились через полгода, оказалось, что у них отпуск Хьюга. Мы не попали туда. Потом как-то был выходной день. Мы снова решили поехать, и у них тоже был выходной. И в 3-й раз мы туда попали. И вот спустя сколько? Так, вторник, суббота, пятница. За 3 дня они все это постирали. И сейчас я забрала. Так, надеюсь, что мои вещи белые стирались, потому что в машинке я их стирала 10 раз точно. Разными порошками, не отходили пятна. Сейчас будем дома смотреть. Я сейчас пришла домой, смотрю, и, к сожалению, пятна так и не отошли. Смотрите, вот здесь пятно, и здесь пятно. Но они, конечно, заметно светлее стали, чем когда я стирала машинку. Жаль, конечно, жаль. А на джинсах вот, кстати, все отошло. Здесь тоже были пятна. Нет. Сережина рубашка вообще как новая. Вообще как будто не носила. Но он и носил-то ее 1 раз всего на свадьбу. Она висела, костюм висел полгода. Но все равно были немножко пятна, но она вообще как новая. Мы приехали в кофейню после работы вечером. Не до 11 работают, да? Вот так выглядит. Смотри. И для того, чтобы сделать заказ, нужно спуститься вниз. Мы спустились вниз. Вот что здесь есть. Взять все такое аппетитное. Вообще я очень люблю морковный торт. Вот он, кстати, последний кусочек остался. Сережа любит чизкейк. А в прошлый раз мы брали, кажется, Орео и торт из блинов. Вот такой я тоже, кстати, люблю. Он чем-то напоминает медовик. Здесь такие тоненькие блинчики и между ними сливки. Не знаю, что взять, это тоже последний. И это тоже выглядит вкусно. Чизкейк с голубикой. Шоколадный я, кстати, вообще не люблю торты. Красный бархат у них такой интересный. Не полностью покрыт. Здесь есть крыша. Такая атмосферненькая здесь. Но никого нет. Потому что немного душно и много комаров. А так, когда здесь приятная погода, здесь нет свободных мест. И вид на озеро. Озеро, правда, не очень видно. Там что-то какой-то концерт. О, там какой-то концерт, смотри. Может, посмотрим потом? Сделали заказ. И ждем, пока ждем, пришли поснимать. Спустимся. Кстати, чтобы занять столик, мы оставили телефон. Мне кажется, только в Корее можно так сделать.
потому что когда я была в Томске, и мы пошли в KFC, я тоже оставила телефон на столе, и мне брат сказал, ты что, сумасшедшая? Свой айфон оставляешь. Здесь кофейня, лифт свой. На 4 этажа, 1 этаж под землей и 3 над. На первый? На второй? Да, на второй, да? Как B1? На втором? А, на B1. Вот пришел наш заказ. Это чай с мятой. Это милкшейк с Oreo. И два тортика, два кусочка тортика. Всем приятного аппетита! Такая интересная подача чая в чайнике. Посмотрел. Я сейчас долго думала, как его налить. В общем, подняла эту крышку, думаю, почему нет никакого фильтра. Думала, и потом поняла, что дно как раз подходит под кружку. И просто предположила и сделала. Вот так, и чай льется, представляете? Как это удобно. Первый раз вообще такой чайник вижу. А видео как такая точка не помню. Прикольно. Всем доброе утро. И сегодня у нас воскресенье. Мы едем к друзьям на свадьбу. Я где-то посеяла свой микрофон проводной, представляете, а беспроводной мне не подходит. Не знаю, почему он не работает. Он подключается только к Android, к сожалению. Поэтому звук, наверное, будет не такой хороший. Не знаю, где его найти. Я подозреваю, что, возможно, это кошка скинула, потому что обычно я кладу всегда вещи на свои места, и у меня такой проблемы не возникает почти никогда. Вот. Я уже оделась, оделась я вот так, надела рубашку, надела белые джинсы свои, которые я сдавала недавно в химчистку, и еще надела мишку, которую мы купили на Чеджу, как аксессуар. И сейчас я буду краситься и укладываться. Укладочка, но это только в начале, потом еще немного спадет и кудри будут менее объемные, скажем так. Все, я собралась, так выгляжу, накрасилась, надела туфли, наконец-то выгуляю их, сумочку. И взяла с собой тапки для того, чтобы ехать в машине удобно было. Мы приехали в знаменитый зал Виктория в городе Ансан на свадьбу. Это, кстати, жених. И вот так выглядит зал.
Перекусить. Заказали донер. Находится в городе Пентек. И здесь очень вкусные донеры. Мороженое есть. О, даже на русском написано. Раньше не было. Здесь работает русскоязычный сотрудник, работник. А так открыли, кажется, турки. Это улица американская, да? На американской базе. Это американская база в Корее, в городе Пентек. И на этой улице мы взяли наш заказ. Два донера. И поедем домой.